Доброе утро! Поздравляю всех с осенью, поздравляю всех с 1 сентября. Мы выезжаем из нашего замечательного отельчика. Отель мне понравился, комнату мы так и не поменяли. Очень все хорошо. Видите даже как? Здесь есть столик в аутсайде, стульчики. Люди там могут посидеть, покушать. Но я смотрю, они там и покурили кто-то. Вот. Все, наши чемоданчики уже вынесены. Ой, спит бедолажка. Пришел убираться и уснул. Умеют использовать свободную минутку, чтобы релакс. Вчера ливень был, наверное, промокли все. Развесили вот свои одежки. Ага. На 6 утра заказали такси. Что на 3 дня едем с таким количеством чемоданов, что на месяц. Yes, ma'am. ₹800, please. Все, bye. О, как грязненько. Дождик-то закончился. Сейчас. Яишенку готовят с утра, чай продают. Я Саше говорю, возьми нам 2 яичницы с собой. Я хочу спереди сесть. Он говорит, не, мы там будем завтракать. Royal Life будем завтракать. Да. I tell, take omelette, you tell no, we will eat in airport Royal Life. You want to pick? I won't take 2 omelette. Better take. Because... Орли. Да, я рано встала и проголодалась. Да, мы решили все-таки здесь омлетик заказать. А там тоже поедим. Вот, дорогие путешественники, те, кто любит Мейн-базар, делаю вам съемки утреннего Мейн-базара 1 сентября. Всех поздравляю с началом учебного года. А вот так у нас тут. Очень влажность повышенная. Что у него ремень даже не двигается. А
памятник Ганди. Ганди, да. Соль, да, ага. Это была такая бескровная революция. Они идут на пляж собирать соль. Запрещали англичане. Why they want to take salt? Because Indian government make it expensive. British government sell it expensive. Я спросила, почему им нужна была соль? Он говорит, потому что английское правительство сделало соль очень дорогой. И они запрещали ее где-то в других местах брать. А они вот пришли и стали собирать. За Ганди пошли, следовали много людей. Очень много людей. Поэтому англичане их не могли остановить. Ну, говори. Доброе утро, говори. Our new friend, you know, meet our friends, family. Спасибо, see you later. А то он сидит, ворчит. Утром не дала мне сказать доброе утро в камеру. Обиделись они там, сидят. Хорошо, я быстренько включила камеру, чтобы не огорчать мою звезду с утра. Пусть скажет доброе утро. Дарлинг, today first September, all our children, Russian children, start go to school. Today first day for everybody. We call it a day of knowledge today. Enjoy, study well and enjoy and be become a nice person in the life, human, very good. I wish you all the best. Это он всех детей поздравил с Днем Знаний. Я ему сообщила, что у нас сегодня 1 сентября, День Знаний. Ага. Локал? Доместик? Какой большой квартал. Вот туда Доместик, аэропорт местный. Угу. И корова такая куда-то собралась. Аэросити. Вот сити? Аэросити. Аэросити? Вот Аэросити. Вот Мин Аэросити, Пульман Хотель. А я в Турции была, в Пульмане. Какой хороший райончик. Это VIP-район. Yes, I know, I know. Тут живут очень важные персоны. Maybe Indian superstars, может быть, какие-нибудь индийские звезды или министры. Проехали сейчас, только выключила камеру, была группа на открытом воздухе, занимались йогой, вот прямо на этих полях. Занимаются кто йогом, кто йогой, кто спортом. Вон самолетики, джет. Это паркинг? Is it for money?
Паркинг корм. За деньги. Спрашиваю. Дорогой. Заботливые индийские мамочки провожают своих дочек куда-то в заграничные страны. Что-то он не захотел этот чемоданчик брать сюда. Ну, какая разница, он на колесиках, его тащить легко. Что это такое, интересно? Чакра. Ну, чарха. Потом проверим. Ну, а чего? Сейчас еще, наверное, 7 часов 7.09. У нас в 11.30. Конечно, рано. А холодно. Я с этой стороны обойду слоников. Саши, I'm here. Сейчас он меня потеряет и испугается. А по росту они вот прямо настоящие, как в Джайпуре. Думаю, оригинальный размер. Индийский слон написано. Иду вообще налегке. Мне не хватает багажа, рюкзачка сзади, еще чего-нибудь. Вот. Давай, спасибо. Черный кофе. Так, что у нас по счетам? Ну так, вот это я поняла, да? Общая стоимость. 118 и 140. Ой, запах хороший, приятно так кофем стало пахнуть. Саша начал мне фильм какой-то рассказывать про Самитаба Бачана и расплакался. Я даже смысла еще этого фильма не поняла, а он уже ревет и фильм не договорил. Короче, а я от смеха плачу. Better don't speak. Лучше не надо мне такие фильмы рассказывать. А то пойдем зареванные все в самолет. Better something about something good. Speak about something good. О детях, которые пытались у своих родителей отнять собственность. И разлучить родителей. В общем, но говорит, девочки тут у нас хорошие, а мальчики иногда вот бывают такие вот. Это он про индийские фильмы, про индийских детей. Саши уже там первый, не хочет ждать. Пошел первый, стоит, ждет теперь открытия, регистрации. Иду. Так, по-моему, вот так надо идти. Реклама для масла? Алкоголя? А, алкоголь. Какая я наивная. Решила, что это масло. Ну все, наконец-то. Шанель. Да. Ой, как хорошо уже пахнет. Давненько мы вместе с ним не путешествовали. 3 года. Сейчас пойдем ромчику прикупим сыночке. Ищем старого монаха. Вот, нашлась. Нашлась стойка с головой монаха.
хотим вот такой вот. Ой, покупок. В общем, голова монаха $20 здесь стоит в аэропорту. Кто будет покупать, хороший ромчик. Но лучше покупать в самом Дели. Так, а что они? Вот такой аэропорт Индиры Ганди. Такая туфелька, помадка для гигантской девушки. Что-то Саши вроде как не наелся. Кушать хочет. Угу. Не наелся кофе. Мороженое. Может, лучше мороженым позавтракать? Ой, как хорошо, бодренько. Я с утра этот кофе выпила, и у меня что-то... Странная реакция, от кофе в сон заклонила меня. Подействовал на голову кофе не так, как обычно. Голова – предмет темный, исследованию не подлежит. На что жалуемся? На голову жалуется. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова – предмет темный, исследованию не подлежит. Мудро.